Всем привет! Что же у вас на экране? Давайте сейчас я вам быстренько расскажу. Ну, я уже знаю, как назову это видео. Видео будет называться «Переезд». Для начала, почему я здесь нахожусь и зачем я переезжаю? Решил я установить такой хороший мод, да, индустриал мод. Этот мод очень хорош тем, что там добавляются различные технологии механические там. И благодаря этому можно еще больше строить всяких фишек, аппаратов. А я говорил, я ради этого, в принципе, играю. Мне интересно, правильно, строить уникальные аппараты там, чтобы стреляло, бурило там, установки буровые и так далее, бомбы, взрывы, ядерные реакторы. Это можно благодаря этому моду. Но проблема в том, что для этого мода нужна руда. Эту руду добыть можно только благодаря этому моду. Заметьте. Каждый раз, когда мы создаем новый мир, начинаем с самого начала, генерируется весь мир. И он таким останется до конца игры, то есть навсегда. Пока вы не начнете заново. Именно поэтому, если у вас уже есть мир сгенерированный, и вы потом сверху установили мод, как я сделал, Industrial, да, то вы не сможете играть в этот мод, потому что новая руда, она не появится, она не может появиться, потому что генерируется руда только один раз за всю игру. В самом начале. Поэтому мне пришлось начать заново, ведь другого варианта не было. Можно было играть по-старому, но это было бы менее интересно. Я хочу вот именно такие технологии собирать, уматные. Тем более мне будет что вам показывать. Самое главное, правильно? Всякие фишки, плюхи, аппараты. Так вот, начал я заново. Офигенный мир мне сгенерировал. Вы посмотрите. Это еще не здесь я буду жить, я буду чуть подальше. Короче говоря, я появился на острове, где вообще ни одного дерева, ни овец, ничего не было. Там пару этих кабанов и все. Мне сразу же понравилось. Это офигенная задумка, прикиньте, жить на острове и там шахту вкопать прямо в глубоко-глубоко. И получается, если я вообще на весь остров построю дом, да, то негде будут распавниться зомби. Это вообще будет прикольно. А потом, если что, я смогу рельсы делать с одного острова на другой остров. Сейчас я переплыл на другой остров, только за деревьями, потому что на том острове ни одного дерева нету, а мне нужно делать, самое главное, это кровать, в первую очередь, потом инструменты. Все, приплыл сюда, начал рубить деревья. Что я узнал? Оказывается, прикиньте, здесь вот козлы ходят, да, козлы, в смысле животные. Они воруют предметы, я этого не знал. То есть, например, вы ломаете дерево, козел подбегает, съедает, прикиньте, все, дерево пропало. Или вы что-нибудь из инвентаря это выкидываете, козел подбегает и съедает. Ладно, отомстил, убил всех козлов. Начал рубить, наступила ночь. Сразу же зараспавнились на этом маленьком острове, это остров еще меньше, чем мой. Куча мала, зараспавнилась, всякие зомби, пауки, эндермен. И теперь я сижу здесь вот, под двумя фундаментами, не фундаменты, блоками. Хочу выйти наружу, но я боюсь выйти, меня могут убить. Я, короче говоря, жду дня. Жду дня. Сделаем так, этот выпуск, он будет такими нарезками, да, я покажу свое развитие. Сначала, сейчас я подожду, когда будет день, я выйду, покажу вам, где я нахожусь. Там сломаем пару деревьев, потом я переплыву. Вот. Все. Видите? Слышите шум? Значит, вышло солнце. Солнце начало обжигать. Все, хорошо. Давайте тогда я выйду потом, покажу вам, что здесь происходит. Фух, так, я вышел. Спасибо, да, моей интуиции и звуку, что можно определять, когда день настал. Да, вот видите, на таком маленьком островке... Иди сюда, чему? Иди сюда! А вот эта тварь еще стоит. На! Блин, а мне нечего есть, хилиться нечем. Кстати, я не знал, если ты ходишь по песку, можно провалиться туда. Ой, блин, чувак. Я опять сейчас буду щемиться. Псина. Отстань от меня, пес. О, это очень плохой звук. Это очень плохой звук. Конечно, мне надо отсюда валить. Уйди, тварь, от меня. Да. Короче, ладно, я потом... Ну, это звук, да, это такой тоже новый юнит. Он очень сильный, да, это ракеты летят. Короче, давайте я потом врублю запись, когда начну убегать отсюда.
Фух, вот он мой остров. Короче, пошел я отсюда. Не хочу здесь бегать. Я сваливаю. Давай, 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 пошли, пошли. Главное, акулы, чтобы не было. У меня акула уже убила. Не, реально, это очень сложно. Это не сравнить с прошлой игрой. Это забейте просто. Все, я сваливаю. Только не акула, пожалуйста. Опять же, видите, если убьют, неизвестно, где я появлюсь. А я хочу именно здесь. Кстати, вон моя latest dage, видите, это меня как раз акула и убила, прямо возле острова. Давай, братюня, плыви. Ах, так еще надо найти, короче, овец убить. Свиней. Но все равно это одна из лучших игр будет. Реально, прикиньте, на острове построиться, а потом эти острова объединять между собой с помощью там рельсов. Это вообще будет шикарно. Ладно, рано я загадываю. Давай, братья. О, какие-то боки зеленые. А, это трава. Давай. У меня, видите, жизни ничего нету. Я убил одного эндермена, а там на второго, короче, забил. Не хочу я рисковать. Вон кабаны сраные. Я про этот остров говорил. Я здесь появился с самого начала. И мне сразу понравилась идея, реально, выживание. Свой остров будет. Ой. Здесь, видите, ах ты чмо, а ну ты дрянь. Видите, сразу агрится на меня, кабаны тупые. Здесь очень много кабанов. Ой, ёлки-палки. Так. Еще маленькое говно бегает за мной. Отвали от меня, дебил кусок. Сдохни, мразь. А, мясо, мясо, мясо. А я же не отравлюсь, если я съем мясо. Тихо, 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 спокойно. Тем более, видите, я взял дерево. Не дерево, а эти. Как называется? Саженцы, да? Как раз можно будет здесь посадить, чтобы туда больше не бегать. Окей, вроде я начал регенить. Самое главное, все отрегенить. Можно убить пока свинку. Но нужно найти овец. Проблемка маленькая. Мне нужно сделать кровать. Нет, смотри, как красиво. Чисто островок. Акулы вон плавают. О, это овца. Это овца. Это не овца. Это тупая сраная корова. Нет, туда не пойду. Блин, подвела меня корова. Подвела. Не, реально, офигенная задумка. Доктор Зло. У нас будет свой остров. И свои страшные технологии. Так. Ну ладно, давайте, когда я уже найду, построим кроватку и начну строиться. Пока я тут занимаюсь раскопками, еще я не поставил кровать. А знаете почему? Потому что я не могу найти одну сраную овцу. Это уже другая история. То есть, да, я копаюсь здесь, ковыряюсь без кровати. То есть, меня могут убить, а я появлюсь где-нибудь в другом месте. Господи Иисусе, тварь идет ко мне, сейчас я сломает. Нет. Я вам хотел показать другое. Сейчас, секунду. Я хотел показать вам это нового юнита такого. Жесткого. Не этого. Так, все, идем обратно. Хотел вам показать огра. Я первый раз его увидел. Я копался, копался, думал дойти до основания, да, до лавы там и так далее. А мне вот помешала, видите, пещера. Вот он. Огр. Видите, он ломает, кстати, камни, как я заметил. Видите, он ломает. Во, смотрите, это он ломает. Прикольно, огр. Я не хочу подыхать, мне нельзя подыхать. Ну ладно. Все, как я поставлю кровать, я вам покажу, где я буду строиться. А, блин, вот оно спасение. Короче, я не мог найти овцу. Я всего лишь две овцы нашел, и третью я не могу уже найти. Пятый световой день. А вот оно спасение. Здесь много шкур я находил. А из этих шкур можно что сделать? Шерсть получить. Правильно, да? Ой-ла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 . По идее, вот так. Вот. Вот так вот. Если вдруг у вас такая же ситуация будет, что не можете найти овец, попробуйте убивать рядом стоящих животных, типа вот лиса. И будут выпадать и у них шкуры. И все, и профит. И профит. Все. Теперь я спокоен. Это мы все ломаем.
Ставим сюда мою кроватку. Временно здесь. Ну вот, что получилось? Тот же самый остров. Я сказал, что я буду жить на нем. Внизу там вы видели очень много вкусняшек. Да, лисенок? А я тебя сброшу с обрыва. Ой. Так. Короче, вот у меня уже есть пещера. Я потом с основного дома опять сделаю такой спуск и в пещеру. И потом, смотрите, я решил построиться здесь, чтобы отсюда потом я мог на тот остров тоже путешествовать. То есть такой склон будет. Шик. У меня же получается поворот идет в эту сторону, туда, да? Вот видите, да? Я в ту сторону копаю. А на том острове я буду вон в ту сторону. Профит. Я уже нашел новую руду, которая мне нужна. Кстати, вот это вот дополнение, какой индустриал, да, мод, он полностью переведен на русский язык. Как вам такая, а? Заморушка, а? Поэтому вот я уже нашел медная руда, она мне нужна, чтобы делать всякие микросхемы, потом делать устройства. Я вам покажу, там такие машины смерти. Кстати, вот еще, по-моему, новый блок, смотрите, он присасывает, типа цепущие пески. Вы видите, мне тяжело двигаться. Вот, да. То есть, по идее, он может засосать, и, скорее всего, он даже может убить, если много таких блоков поставить. Вот, прикольно. Ну, вот так вот. Еще ко мне на остров поселилось это дерево тупое, энд. Он просто ходит, от него никакого толку нету. Эти деревья я все сам посадил, помните, я тогда набрал семена, эти ростки. Вот он ходит, энд. Он мирный, то есть он никому ничего не помешает. Ходит, цветочки сажает, ну пускай. Слон, застрявший в текстурах. Где-то я слышу, кого-то дамажит. О, видите, это Энн посадил цветочки. Но они бесполезные. Слышали звук, да, такой? Вибрация, это от этой фигни летающей. Так. Но внизу столько вкусностей. О, ну ладно, все, я буду начинать строить дом. В принципе, схема та же. То есть я построю так. Еще, знаете, что я заметил? Что, оказывается, можно сделать вот так вот. Так, вот так. Сейчас я не смогу показать. Надо сделать там будет вот так. То есть, что я заметил? Можно будет, короче, не просто это стекло ставить, как до этого. Смотрите. Вот, песок. Нажимаем G. Вот дает нам стекло. Потом мы красили стекло. А оказывается, можно еще вот эту фигню делать. Смотрите. Из синих стекол мы получаем синяя стеклянная панель. Вау! Я не знаю, что это, потом посмотрим. То есть, скорее всего, дом будет выглядеть иначе. Видите, все, что не делается, делается к лучшему. Вы видите, мои зверюшки плавают. Буль-буль-буль. Потом отсюда можно будет залазить, да, и звука пил-пил-пил. Ну вот так вот, все. Ну что ж, будни путешественника продолжаются. Эх, много я узнал интересного, как кататься на лодках, да. Теперь я чувствую, что такое лодки. Вот, я, короче, уехал далеко от дома, и мы потом вернемся вместе с вами. Я уехал для чего? Только для того, чтобы найти это сраное дерево, каучук. По-моему, каучук правильно называется? Так, ну здесь мы не посмотрим, да? А я могу это добывать? Так, подождите. Короче, мне нужно вот такое дерево пересадить на свой остров, потому что он дает нам резину. Ёлки-палки. Сейчас, секунду. Там, по-моему, еще... О, да, нужно было какое-то устройство для этой фигни. И пока я вот включал запись, я еще увидел эту фигню. Это меня немножечко лагает, но ничего страшного, я думаю. Что это такое, я не знаю. Это не я строил. Скорее всего, это типа какая-то секретка, да? Интересно, интересно. Так, у меня ничего лишнего нету, блин. Сейчас, сейчас, секунду, секунду. О, у меня топорик есть, ништяк. Надо посмотреть, что это такое обязательно. О, земля, аж 7 штук. Вот, все, отлично. Let's go, let's go, let's go. Так, опа. Я раньше таких домиков никогда не видел. То есть это, скорее всего, какое-то дополнение. Не дополнение, в смысле, после обновы. О, смотрите, готовый домик, типа. Вопрос, а для чего он нужен? Прикольно. А что такое вообще? Это кирпич?
еловые доски. Ну ладно, я запомню, где это место. Так, новый маркер. Но нам сейчас нужно сделать другое. Уже скоро, да, уже солнце садится. Нам нужно сейчас рубить дерево, потом еще идти обратно домой. Дерево такое легко найти, видите, именно по форме. У него такой типа фак. Видите, такая фигня торчит вверху. Это у всех деревьев такого типа. Самое главное, чтобы выпало... Нет. Блин. Мне нужно, чтобы выпал именно... Сам саженец. Так, сейчас, секунду. Есть? Нету у нас. Пока вроде нету. Ну, хотя бы выпадает резина, тоже полезное дело. Блин, да, не успеем мы уже идти. Не успеем до дома, конечно, добежать. Шерсти мало. Можно было бы сделать кровать, но мало шерсти. Ну ладно, давайте тогда сейчас я остановлю запись, переночу и потом продолжим без проблем всяких. Кстати, а мы можем прямо здесь переночевать, смотрите, как удобно. Так, земля, поставим землю, давайте. И прямо здесь переночуем. И нас никто трогать не будет. Опа. Да и елки-палки, не то, извиняюсь. Так. Давай. Опа, опа, опа. Ну и все. Здесь можно будет переночевать. Я закроюсь. Все, когда будет уже светло, я врублю запись, и мы спокойно пойдем ломать эти деревья, и я покажу дорогу домой. Так, ну что ж, let's go, у нас есть задача. Самое главное, чтобы все-таки я нашел росток и посадил дерево у себя. Это самое главное, понимаете, без этого вообще никуда. Я уже вижу два дерева слева от меня. Вон еще, ой, здесь их вообще полно, вот они. Их это реально найти очень легко. Я первый раз нахожу их. Сначала я не понял, как находить, а теперь вообще легко. Я говорю, вот именно по факу. Видите, эти дерева, они не рубятся у меня с одного удара, к сожалению. К сожалению. Давайте это дерьмо уберем. Землю поставим. Так, и гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Латекс и все, что ли? А, вот латекс, да. Что-то вообще не густо. Не густо, тварь тупая. Собираем яйца. Яйца нам нужны, вы знаете зачем. О, как много яиц здесь. О, хорошо. Но что-то вообще слабенько, реально. Очень слабенько. Давай, детка. Но нам хватит одного ростка. Один росток и все, и мы затащим. Нет, ничего не выпадает. Ну, в любом случае, когда-нибудь выпадет, я это знаю 100%. Что происходит? Какие-то баталии. Ну, где? Нет. Это не тот, это темный дуб. Ладно, пробуем дальше. Ищем. У нас только утро настало, и нам ничего... О, там какой-то домик, смотрите, я не знаю. Это, наверное, поселение этих мутантов, да? Дебилов этих. Давно я уже у них не был, я не помню, что здесь можно делать. По-моему, торговать даже можно. Так, я его не ударил? Нет. О, торговать можно, смотрите. Фига, за 19 шерсти, мне кто шерсть дал? Прикольно, за алмаз, да. Прям вообще у каждого торговать можно. А у тебя можно торговать? Здравствуйте. Прикольно, чуваки. Надо тоже пометку поставить, настройки. Нет, маркеры. Новый маркер. Торговля. Готово. Может, когда-нибудь понадобится. Но мы отвлеклись. Я вот не помню, здесь надо исследовать локацию или нет. Здесь, может, какие-то секреты есть. Прикольно. А то, что я ломаю дом, они не будут агриться? Так, нет. У вас говно. Здравствуйте, дяденька. Говно, пошел в жопу, упырь.
Одно и то же предлагают, мудаки. О, стой, стой, бородач. Офигеть, 17 угля. Нехило, да? Изумруд. Подождите, это не алмаз, это изумруд. Ладно, короче, мы ушли, за другим пришли. Пошлите отсюда, нафиг. Вон они, вон они, вон они, вы видите, да? Вон они, факи. Вон, раз, два, три, четыре, пять. Не, офигенно сгенерировал локацию, просто офигенно. Так, гоу, 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 поплыли, поплыли. Ладно, поплыли так. Вот за это я и полюбил лодку. Ну вы поняли, короче, я сломал лодку, ладно. Просто я ни разу не ездил на лодке через листья. Оказывается, листья ломают лодку. Ладно, я буду знать. Но для этого случая у нас есть еще одна лодка. Так что это нормально. Ну. Подождите. Я туплю. Чтобы выпал росток, нужно же ломать эту фигню. По идее, да? Да, она отсюда же и выпадает. Из этого она никогда не выпадает. Там выпадает только дерево. Все, я понял. Ясно, ясно. Ну, я не знал. Ну, не знал я. Ну, что поделать, не знал. Одно дело, если бы я играл с этим модом. Я его только сегодня поставил, извините меня. Так, ну все, let's go. Скорее всего, да, он... Как обычное дерево. Дерево же, росток выпадает только из этой фигни, правильно? Из листьев, больше неоткуда выпадает. Блин, ломается очень... Все, ох ты, аж два ростка. Все, я мажор, саженец. Да, то, что нам надо. Все, я победил. Я пока здесь побегаю, да? И потом мы поплывем с вами домой, чтобы не тянуть время. Ну все, let's go домой. Понабрал я там 6 ростков нормально. Сейчас самое главное успеть добежать до дома. Опять ночь. Но мы эту ночь здесь ждать не будем. Потому что это огромная потеря времени моего. И let's go. Самое главное доехать до дома. Одно дело то, что мы нашли. О, какие-то уже звуки странные начались. Да. Какие-то левые звуки начались у входа. О, какой ты злой, Вася. Вау, поехали, братюня, домой! 500 метров! Вон зеленая отметка. Самое главное, ни во что не врезаться. Вы уже видели, если я врежусь даже в обычный листок. Привет, физика! Если я врежусь в листочек... Лодка развалится на мелкие кусочки. Давай, братюня, 400! Очень это полезно, я прогулялся. Не сразу, вот хочу сказать, да, не сразу я нашел вот это вот дерево. Это, ну, грубо говоря, резиновое дерево, будем говорить так. Потому что мы в любом случае из этого это дерева потом будем получать резину. Переработаем, получится резина. Эта резина нам нужна, чтобы обворачивать провода. Я всех тонкостей не знаю, опять же, я уже говорю, что я еще не, это не пробовал. Но я смотрю на Вики, потому что в любом случае этот мод надо смотреть на Вики. Так как только на Вики рецепты, как ни странно. У меня стоит, курица, смотрите, тупая мразь. У меня стоит, короче, крафт Гуиды, но он не видит рецепты этого мода практически никакие. То есть там немножко вид рецепта, но далеко не все. Поэтому приходится смотреть именно Вики. У этого мода свои вики есть, там очень много чего написано. Все, мой дом, родной, тебе самое главное не разбиться. Ладно, молодец, разбился. О, я получил все ресурсы, нормально. Да посрать. Эта лодка, она очень дешевая. У меня столько дерева, я могу сделать сотни лодок. Самое главное сейчас успеть. Open. Ах ты мразь тупая, сдохни, сдохни, сдохни. Все. Ведь они здесь распавнятся, потому что здесь темно. Нужно мне свет сделать, и они не будут распавниться. Стоп. А я что-то не подумал об этом. Они же тоже могут наступать.
Елки-палки. Да, печаль. Ну ладно, это уже другая история. Реально, что-то я не подумал. Не... Ладно, пофиг. Все. Фух, все, вырастил я деревья. А я думаю, вы отсюда видите факи, да? Вот фак, 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 фак. Сейчас давайте мы тогда быстренько соберем. Я покажу, как можно собирать из них резину. Для этого нам нужно будет инструмент. То есть берем, например, доски. Подходим, делаем кран. Оп, оп. А, у меня уже много кранов, поэтому мы сделаем один. У меня много их уже, да? Вот они, видели? Куча кранов. Но. А, такое, за что? Так, извиняюсь, я случайно поставил. Но минус этого крана, да, он ломается очень быстро, израсходуется. Всего лишь 17 зарядов. Кстати, я вот убрал кнопки, помните, я говорил, да, что здесь ставить кнопки глупо, потому что крипы тоже могут их нажимать. Я поэтому делаю так. Захожу с кнопки, выхожу без кнопки. Все. Вот выросли наши деревья. Кстати, можно сделать умно. Посадить ростки, да, и заюзать всего лишь одну костяную муку. Всего лишь одну. И дерево сразу вырастает, и на нем уже появляется вот эта фигня. Как она называется? Давайте глянем. Вот она. Ее нужно собирать именно с помощью кранчика, видите? По-другому никак. Ну, или ломать все дерево. Хотя это слишком долго и нет смысла. Вот латекс, да? Из латекса мы потом сделаем резину. Резину. Резину, резину. Вот. Берем латекс. Такой еще звук, видите? И уже 15 осталось. Вот внизу слева написано. 14. Все, и потом он сломается, и будем заново делать новый кранчик. Но это стоит того. Видите, только много резины выпадает. Не резины, блин, а латекс. Я постоянно забываю название. Латекс, латекс, латекс. Латекс, латекс. Я же люблю ходить в латексе. Как я могу забыть? Так вот. Ходим, собираем. Он нам нужен в первую очередь для чего? Он нам нужен в первую очередь для проводов. Не забывайте, что я начал играть в Industrial Mod. Ой, господи. Вы бы знали, какой-то геморрой, как это сложно. То есть, Industrial Mod, он такую сложность добавляет, вообще нереально в Майнкрафт. Короче, я потом это все покажу. Это будет в следующем выпуске, ждите. Весь следующий выпуск будет посвящен нашему Industrial Mod. Все, собрали, да? Хорошо, собрали, больше ничего нету, пускай растет. Идем дальше. Можно опять же там листву сломать и получить новые ростки и посадить еще. И так кучу понасадить деревьев, да, и потом ходить, собирать. Мы собрали 10 латекса, в принципе, это нормально. Ну, как нормально, более-менее, да. Тем более у меня уже 19 есть. Теперь просто кидаем и начинаем жарить. Опа! Все, жарим латекс, жарим латекс. В итоге получаем резина. Кстати, можно, по-моему, даже сапоги сделать резиновые. Я не знаю, зачем они нужны. Но можно, по-моему, сделать... О, прибор ночного видения, прикиньте, даже есть. О, шлем Акваланг. Ух ты! В смысле, плавать можно, что ли, под водой? Долго, прикольно. Вот. Резиновые ботинки. А для чего? Резиновый лист. Я говорю, здесь столько можно много. Резиновая шлюпка. Вау. Резиновая шлюпка. А какая разница, резиновая или деревянная? Прикольно. Резина, наверное, не ломается. Давайте мы сделаем одну и проверим, да? У меня много резины. Ну-ка, подождите. А в чем отличие этой резиновой шлюпки? Какая вообще разница? По идее, должно быть преимущество. Странно. Я надеюсь, что она реально не ломается. А если она ломается, то вообще ни малейшего смысла в ней нету. Так, подождите. А, все правильно. Может, она по лаве можно плавать? Ну-ка, хоть бы она не ломалась, пожалуйста. Мне не жалко. Ломается, да? Поврежденная. А! Ну, скорее всего, единственное отличие, то, что, видите, я получил поврежденную шлюпку, я могу ее починить быстро. То есть, чтобы починить, мне нужно всего лишь одну резинку. То есть, это выгодно. Ну, полная куча говно. Смысла нету. Мне гораздо легче сделать там 100 лодок деревянных, чем бегать, чинить. Но мы попробовали. Мы попробовали. Кстати, у меня мало еды. Еды у нас нету, да, нам нужно еще, блин. Эх, хватит уже прыгать. Нам нужно, короче, деревья выращивать. И хлеб делать. Еды у меня вообще нету. О, есть одна еда.
Ну, вот так вот. Так, кстати, вот, бывает же нападает зомби, да, ночью приходит. И есть зомби, у которого есть броня, вот она выпадает. Вот такая какашка мне выпала. Кожаные штаны. Конечно же, она какая-то слабенькая. Огнеупорность и прочность. И чё? У меня броня из этого сильно падает, конечно. Но все равно прикольно. Хотя, может быть, здесь можно снимать зачарование, накладывать. Кстати, да, прикольно накладывать зачарование. Вот так вот. Поврежденная наша шлюпка. Ну, давайте ее починим один раз и все. Оп, оп. Ну да. Единственный плюс. Но лучше резину тратить по делу. Все. На этом мы выпуск закончим. В следующем выпуске мы будем заниматься индустриальностью. То есть это будет такой геморрой. Я уже начал строить. Как вы думаете, почему здесь стоит стенка? Потому что там уже стоят аппараты. Я вам не хотел сразу показывать просто. Тут уже есть аппараты. Я вам покажу, как сделать буровую машину. Мы вместе с вами сделаем алмазную буровую машину. Это будет такое страдание. Потому что нужно очень много ресурсов переплавлять, дробить. Ну, все. Всем спасибо. До следующего выпуска. Пишите комментарии. Понравилось, не понравилось. Что вы хотите еще? Пишите, я все учитываю, все читаю. Все, всем пока.